Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2645, тема «Старообрядцы». Говорят, что официальная Русская Православная Церковь есть бывшие агенты КГБ. Как эта организация использовала в своих целях старообрядчество? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Олимпий. Кавычки открываются. Конечно. Они пытались использовать и нас, но работали с нами по-другому, чем с патриархией. Политика была такой. Старообрядчество вымрет само, если, так сказать, нейтрализовать его активных деятелей. Были запугивания, вызовы на ковер, а несколько, в кавычках, «своенравных» священнослужителей в начале 1980-х годов были попросту убиты. К сожалению, ущерб от тех потерь мы ощущаем до ныне. С этим связан еще один интересный момент. После августа 1991 года Верховный Совет России организовал комиссию по расследованию деятельности КГБ в церкви. Она тогда обнародовала много материала, но после событий октября 1993 года в новом парламенте комиссия возрождена не была. Более того, ее предстоятель Якунин был подвергнут гонениям, а соответствующие архивы закрыты. Так что история старообрядчества советского времени во многом продолжает быть белым пятном в новейшей истории России. Далее Игнатий Тихонович Лапкин. Если ты им будешь свидетельствовать о Христе, то они прогонят тебя и не будут больше вербовать. Говорю по собственному опыту. Книга Деяний 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Луки 5.15. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Вот маленькое замечание, подожди-ка, назад. Вот поверни, я сейчас считал. Пониже, смотри. Не запретили ли мы вам накрепко учить? Накрепко запретили, а у тебя получилось так, не запретили, мы вам накрепко учить о имени. То есть ты не туда ударение сделал, совсем по-другому пошло. Ты внимательно гляди. Это большой смысл был потом. Отошел. Хорошо бы стать начальником большим, кресло заиметь и секретаршу, сразу все проблемы разрешить. И прадедушке на голову стать старше. Свой бы не ломать тогда хребет, на лесоповале век не надрываться. На меня никто с утра не наорет, стоило мне шевельнуть лишь пальцем. Спроса нет за качество и сроки, из командировок к морю не вылазить. Говорят, с меня нигде нет проку, но зато из грязи сразу в князи. Но, читая Библию, остыл, столько в ней угроз на нерадивых. Поразвеялся начальнический пыл, вырисовывается страшная картина. Что за все мне и за всех ответить, перед Иеговой на суде придется. Не на пользу стаж мной многолетний, кости пережгут там на известку. Спросится, когда не доплатил, не облегчил, не улучшил быта, не изо всех старался сил, подгребал все к своему корыту. Ржавчиною золото покрылось, что считал сокровищем, исчезло. Суд без милости, не оказавшим милость. Что за польза от двуспальных кресел? Бунт и недовольство от рабочих, стон от раскулаченных крестьян,
Сколько наказания мне пророчат, жезлом бьют по телу, по костям. Хорошо, что не игумен я, не был в демократах, в коммунистах, в Кремль не рвался, не святой маньяк, должность только как кошмар приснится. 24 января 2005 год, Игнатий Лапкин.